Ростик, может, ты и меня угостишь? Дарин, если я с тобой поделюсь, у меня вообще ничего не останется. Извини. Ну хорошо, попросишь ты у меня что-то. Лиз, смотри, я эту дорисую часть, а ты эту. Хорошо. Влад, Влад! Ир, ты что, вообще с ума сошла? Вставай, Соня, дай карандаш, тебе он все равно не нужен. Да на, только отстань. Спасибо. Добрый день, как настроение? Отлично. Влад, просыпайся. Молодцы. Классный рисунок в тему сегодняшнего урока, девочки. Садитесь по местам. Хорошо. Как вы знаете, скоро Новый год, и класс мы уже украсили по возможности. А сегодня сделаем еще и поделки, которые мы сможем подарить родителям. Валентина Ивановна, это нам и так было сразу понятно, что мы будем делать поделки. Только соль зачем нам? А это, Дарина, узнаешь в конце урока, это такой сюрприз. Или может кто-то уже догадался, зачем соль у вас на столах? Валентина Ивановна, я так подумала, может мы сегодня будем делать соленое тесто? Так муки нет. А, ну да, логично. Ну тогда я не знаю. Соль нам поможет в наших прекрасных поделках. Сначала вы сделаете работу, ну что-то, конечно, новогоднее. Может, избушку, или там снеговичков, или ежиков, ну что-то красивенькое. А потом, когда работа уже готовая, вы клей откроете, контур обрисуете красиво и солью присыпите. И получится такой красивый-красивый снежок. А, так только контур нужно будет солью обсыпать? Дарина, Валентина Ивановна уже сказала. Неужели непонятно? Валентина Ивановна, можно весь снежок солью засыпать? Влад, не надо солью засыпать, это же у тебя снежочек будет. Ты сделай работу, а потом аккуратненько укрась. Ну что, меньше разговоров, приступайте, потому что еще надо на выставку потом их будет сдать. Дарина, ты неправильно делаешь. Не беси меня, я сама разберусь, как мне нужно делать. Успокойся. Такая тишина в классе, прям непривычно. Ребята, а где будете проводить Новый год или с кем? А мы с мамой будем праздновать. Там елочка, шарики и включим свою любимую передачу. А я буду у подружки праздновать. Ее мама уехала, и поэтому мы будем одни дома, будем вдвоем праздновать Новый год. А мы с родителями поедем на главную площадь к елке большой, будем отмечать Новый год. Да, планы уже есть. Влад, Аня, а вы где будете праздновать? А я буду с батей на охоту. А я, Валентина Ивановна, поеду с друзьями в развлекательный центр. А ты, Ростик, что будешь делать? Я еще не решила. Может, вообще всю ночь спать буду. Спать в Новый год? Ты что, вообще? Что значит вообще? Просто я еще не решил. А я знаю, где я буду праздновать. У меня день рождения 30 декабря. И мы будем мои день рождения и Новый год праздновать вместе. Валентина Ивановна, у вас что, день рождения прямо перед Новым годом? А я уже знаю, что вам подарю. Знаете что, для меня главный подарок, чтобы вы хорошо закончили это полугодие. Так что, пожалуйста, постарайтесь, я буду очень и очень довольна. Валентина Ивановна, мы постараемся по вашим предметам закончить хорошо.
Дарин, дай карандаш и ножницы. Угу. Ты мне конфеты давал? Не, ну у меня просто их мало было. У меня тоже ножницы одни. Как хочешь, так и выкручивайся. Ну и жлобиха. Будете праздновать? Это, конечно, понятно. А что бы вы хотели получить в подарок от Деда Мороза? Вот я, Валентина Ивановна, хочу в Египет полететь. Ого, у тебя желание. Не, я хочу просто iPhone XS Max Plus. Да за этот iPhone можно 2 раза в Египет слетать. Да, желания у вас такие не детские. Я не знаю, где Дед Мороз столько денег возьмет на ваши подарки. Дариночка, надеюсь, у тебя поскромнее желание? Я тоже себе хочу телефон. Правда, не iPhone, потому что я ничего не вижу хорошего в айфоне. Я хочу себе беспроводные наушники. А я свитшот новогодний с Микки Маусом. Ну, вот это уже реальнее желание. Думаю, Дед Мороз сможет их исполнить. А я хочу кругосветное путешествие. Да, Валентина Ивановна, у вас тоже нескромное желание. Это должен быть богатый Дед Мороз, чтобы его исполнить. Ростик, чего молчишь? Кстати, а почему ты ничего не делаешь? Я, Валентина Ивановна, успею все в самом конце сделать. Ну, так уже начинай, потому что уже через 5 минут конец урока. Ребята, заканчивайте, будем смотреть работы. Дети, уже звонок. Заканчивайте. Анечка, я смотрю, ты уже сделала свою работу. Выходи и показывай, что у тебя там. Валентина Ивановна, у меня синяя птица счастья, она приносит удачу. Ну, если приносит, красивая работа. Влад, показывай. У меня новогодняя елка. Красивая работа. Вот ты знаешь, в этой части ты умничка. Вот красиво рисуешь. И поделки у тебя хорошие. Лерочка, ты доделала? Выходи, показывай свою работу. Это самая оригинальная, красивая елочная игрушка, которую я смогла сделать. Красивая игрушка, такая праздничная, нарядная, умничка. Лизочка, что у тебя? Это новогодний домик. Избушечка такая очень романтичная, единственная. Там, наверное, очень холодно, потому что я не вижу, чтобы труба с дымом была. А здесь просто солнечные батареи. Молодец, выкрутилась. Продвинутая избушка такая. Дарина, выходи, показывай. А у меня новогодний снеговик, который дождался подарков. Хорошо, что дождался. Я надеюсь, мы все дождемся подарков на Новый год. Красивая работа. Ростик, ну давай и ты выходи. Вот, Валентина Ивановна, у меня снежные перчатки. Ну, как бы и работу вроде бы сделал. Единственное, я не знаю, как ты это маме своей подаришь. Ну что, ребята, я тоже сделала работу. У меня вот такой Дед Морозик праздничный. Ребята, пожалуйста, смотрите наши работы и напишите в комментариях, чья работа вам больше всех понравилась. А если вам понравились все наши работы, то вы просто поставите пальчики вверх. Мы вас любим, целуем и желаем всем хорошо встретить Новый год.